Продолжим информационный час на телеканале Алматы. Смотрите сегодня в выпуске. 16 лет без дивидендов. Почему сотни сельчан на севере Казахстана не могут вернуть себе собственные паи? Мы хотим! Тараские зоозащитники обвиняют руководство областного управления ветеринарии в неэффективности использования государственных средств. А нас пытаются там за дураков каких-то держать или еще что. Тут чисто вот отмывание бюджета государственного. В Алматинской области 15-летнюю девочку убил мобильный телефон. Предварительно установлено, что сотовый телефон девочки находился на зарядке. Обратная сторона доступности цифровых технологий и социальных сетей. Татьяна Ким изучала источник современной угрозы. Главная цель кибербуллинга – это напугать, унизить, разозлить того человека, кого преследуют. В Североказахстанской области снова разгорелся земельный скандал. 16 лет жители села Золотая Нива, что в районе имени Макжана Жумабаева, не могут вернуть свои участки, которые они когда-то отдали на паевых началах местному товариществу. Для того, чтобы разрешить многолетний спор, люди обратились в суд и выиграли. Но вот дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Почему? Разбиралась Рамина Мирзалимова. Это крик души жителей села Золотая Нива. Сельчане крайне недовольны низкой платой за свои земельные паи. Вот уже 16 лет люди не могут выйти из состава товарищества и вернуть законные участки. В 2015 году я обращался к бывшему уже акиму области, к Султанову, который мне обещал помочь выйти из состава ТО на ноябрь-декабрь 2015 года. Но почему-то я остался до сих пор в этом ТО. Вот 8 лет, сзади меня 28-е поле, оно 8 лет не засевается. Дальше брать, если Григорьевские поля, то же самое, не обрабатывается, не засевается. Местные жители утверждают, что за свою долю в год они получали всего 8 тысяч тенге. На эту сумму люди не могли даже купить корма для домашнего скота. А сейчас даже эти деньги перестали выплачивать. Держать хозяйство с каждым годом становится все труднее. Труднее, труднее, потому что кормов нет. Вот мы в этом году купили отходы 50 тысяч тонн. Солому купили по 2,5, да, и рулонами, и такими там. Вот. А это все деньги. Но мы за свои паи ничего не получаем. Сельчане судятся уже несколько лет. Два суда они выиграли. Однако, по словам жителей, директор товарищества якобы не исполняет решение суда и кормит обещаниями. В конце ноября месяца. Все, даже вопросов не будет. Это как раз в конце ноября месяца весь вопрос снят. Как полевые работы заканчиваются, собрали, определили и до свидания. Сельчане признаются, что не раз обивали пороги местных властей, хотя там об их проблеме знают не понаслышке. Есть такое решение суда, да, о выходе пайщиков из состава ТО. Вот как вы сейчас слышали, и он был недавно на приеме у акима района, он дал свое согласие, после завершения работ такое собрание будет проведено. То есть мы за этим следим, как акимат района. Это собрание будет проведено, и пайщики, если захотят выйти из состава, такое право им будет предоставлено. Село Золотая Нива находится в 184 километрах от областного центра. На сегодня здесь проживает порядка 700 человек. Сейчас во владении товарищества Салахаддин имеется 35 тысяч гектаров земли. 11 тысяч из них до сих пор не освоены. Свои земельные участки намерены вернуть больше 100 жителей. Между тем, согласно закону о земельном кодексе, неосвоенные участки в течение 2 лет возвращаются в собственность государства. Рамина Мирзалимова, Азамат Елюбаев, телеканал Алматы, Североказахстанская область. Между тем, в Таразе набирает обороты скандал вокруг областного управления ветеринарии. Его руководство обвинили в неэффективном использовании государственных средств. Как заявила волонтер Ирина Келлер, только на содержание бездомных собак администрация региона ежегодно выделяет 22 миллиона тенге. Но вот деньги, уверена активистка, расходуются нерационально и даже впустую. А для животных ситуация в лучшую сторону никак не меняется. Денис Земцов продолжит тему.
Волонтер Ирина Келлер вот уже 10 лет занимается защитой животных. Она даже создала свой фонд и не понаслышке знает, во сколько обходится содержание кошек и собак. Однажды женщина посчитала, сколько областные власти выделяют средств на содержание четвероногих, и была неприятно удивлена. На создание условий, которые по факту нет и не было, заверяет она, выделяются миллионы тенге. Глупо, конечно, и смешно, что за полтора месяца всего лишь 6-7 собачек там находится. Да? Она находится в аренде, видимо, вот этого ветеринарного управления. Ну а сама фазенда принадлежит чиновнику акимата. Я это четко знаю. Глупо и смешно вот такие вещи делать. Я понимаю, что нас пытаются там за дураков каких-то держать или еще что. Тут чисто вот отмывание бюджета. Сейчас на попечении у Ирины более 100 животных, которых она кормит за свой счет. Тогда как государство, сетует женщина, выделяет баснословные суммы на содержание 5-6 кошек и собак. Другими словами, средства, выделенные властями региона, используются неэффективно, уверена она. К примеру, вот это помещение акимат якобы арендует у частного лица за 250 тысяч тенге в месяц. За животными никто нормально не ухаживает, а стоит им заболеть, то от них тут же избавляются. Когда будет 70 собак, мы их берем и уничтожаем. Врач приходит и усыпляет их. А что нам делать с собакой, которая никому не нужна? Держим животное у нас около 2 недель. Если хозяин для питомца не нашелся, то мы его усыпляем. Чтобы о нашей организации узнали, мы с завтрашнего дня начнем нас рекламировать. Надеюсь, власть нас поддержит. При этом руководитель ветеринарной станции заявил, что не знаком с владельцем арендуемого им здания. Однако сарай он арендовал до конца этого года, поскольку в следующем планирует начать строительство современного питомника. Денис Земцов, Мирей Баед, телеканал Алматы, Жамбылская область. Синдром Кавасаки может появиться у детей, переболевших коронавирусом даже в бессимптомной форме спустя месяц. Об этом заявила доцент кафедры детских инфекционных болезней медицинского университета Астаны Баян Турдалина. По ее словам, для недопущения заболеваемости нужно соблюдать все меры предосторожности. Но вот как различить Кавасаки от других болезней, готова рассказать Баян Турдалина. Она же детский инфекционист столичной детской больницы номер 3. Итак, добрый вечер. Скажите для начала, как часто в вашу поликлинику обращаются граждане с симптомами данного заболевания? Добрый вечер. Спасибо за вопрос. Кавасаки подобный синдром у нас был зарегистрирован с августа месяца в количестве 7 пациентов. Среди них 4 пациентов были дети школьного возраста и 3 дети раннего возраста. Все они успешно пролечены, выписаны с улучшением и наблюдаются в дальнейшем на амбулаторном этапе. Спасибо. Скажите, как различить этот синдром от других болезней? Баян? Кавасаки подобный синдром, по-другому еще его называем мультивоспалительный синдром. Как само уже название говорит, поражение 2 и более систем организма человека. В первую очередь у нас реагирует, характеризуется высокой температурой. Это высокие цифры доходят до 40 градусов в течение среднем от 3 до 5 дней, которые не поддаются лечению жаропонижающими препаратами иногда. Далее у нас идет поражение со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть это у нас могут быть у детей тошнота, рвота, жидкий стул. Далее поражение слизистой оболочки глаз и ротовой полости. В виде проявления мы можем увидеть это в виде склерита, конъюнктивита и поражение слизистой ротовой полости. Далее мы можем наблюдать у таких детей сыпь. Сыпь может быть полиморфная, нету характерного описания для этого синдрома. Мы с этой целью уже дифференциально-диагностически подходим и ищем другие инфекционные заболевания также. Далее еще могут быть беспокоить боли в суставах, боли в мышцах и характерно также отек ладони и стоп. Не могли бы вы подробно разъяснить, как же все-таки защитить детей от Кавасаки подобного синдрома? Ну, в первую очередь нужно знать, что Кавасаки подобный синдром, он является осложнением после коронавирусной инфекции у детей, которая может
быть, была у этого ребенка либо в бессимптомной форме или легкой форме. И учитывая вот характерную закономерность развития мультивоспалительного синдрома, можно сказать, что от момента заболевания этого ребенка коронавирусной инфекцией, хоть это будет бессимптомная форма, хоть легкая форма, могут быть через 4 недели проявления мультивоспалительного синдрома. И, соответственно, мы можем предполагать, что мы, ограничивая взрослое, да, население, ограничивая и соблюдая все меры предосторожности для того, чтобы у нас не было второй волны коронавирусной инфекции, параллельно мы еще как бы предостерегаем и предотвращаем заболевания наших своих детей и в дальнейшем развитие этих осложнений. Спасибо за разъяснение. Мы будем иметь в виду ваши советы и рекомендации. Итак, о симптомах и методах защиты от синдрома Кавасаки нам рассказал доцент кафедры детских инфекционных болезней Медицинского университета Астаны Баян Турдалина. Мы продолжаем. За минувшие сутки от коронавируса излечились 69 казахстанцев. Таким образом, количество выздоровевших по республике возросло до 102 805. Зафиксировано 58 случаев заражения. Пандемия унесла жизни еще 3 наших соотечественников. Всего жертвами COVID-19 стали 1728 человек. За прошедшие 24 часа зафиксировано 10 фактов заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и один летальный исход. Уважаемые телезрители, напоминаем вам о важности соблюдения профилактических мер и по нераспространению коронавируса. Берегите себя и своих близких. Это итоговый выпуск новостей. Смотрите далее. В Алматинской области 15-летнюю девочку убил мобильный телефон. Предварительно установлено, что сотовый телефон девочки находился на зарядке. Обратная сторона доступности цифровых технологий и социальных сетей. Татьяна Ким изучала источник современной угрозы. Главная цель кибербуллинга – это напугать, унизить, разозлить того человека, кого преследуют. Вы смотрите новости, мы продолжаем. 15-летняя жительница Алматинской области стала очередной жертвой мобильного устройства. Трагедия произошла 26 сентября около 10 вечера в поселке Каргалы Жамбылского района. Предположительно, девочку ударило током во время зарядки мобильного телефона. Сейчас полицейские устанавливают все детали произошедшего. Предварительно установлено, что сотовый телефон девочки находился на зарядке. Через него девочка получила электрический ток. В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело по статье «Смерть человека». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пандемия коронавируса, повлекшая за собой ужесточение карантинных мер, способствовала усилению в стране детского кибербуллинга, иначе говоря, интернет-травли. Как рассказали в профильной ассоциации Казахстана, из всех поступающих к ним жалоб более 34% относятся именно к кибербуллингу. Каждый пятый подросток становится жертвой или участником буллинга ежемесячно. О том, что такое кибербуллинг, чем он опасен и как защититься от интернет-травли детям и подросткам, в материале Татьяны Ким. Динара – жертва кибербуллинга. Пару месяцев назад девушка рассталась со своим молодым человеком, но на этом история не закончилась. Обиженный Ромео решил отомстить за неразделенные чувства. На Динару началась травля как со стороны бывшего ухажера, так и со стороны одноклассников и общих знакомых. Я рассталась с парнем. Он обиделся на меня и начал хейтить меня в интернете. Что мне с этим делать, я не знаю. Кибербуллинг – это запугивание и травля с использованием цифровых технологий. Он может проходить в социальных сетях, в приложениях для обмена сообщениями, в мобильных телефонах. Главная цель кибербуллинга – это напугать, унизить, разозлить того человека, кого преследуют. Ежегодно почти 80% детей и подростков во всем мире подвергаются различным видам травли. Самые актуальные сейчас – нападки в интернете. Официальной статистики по кибербуллингу нет, но, как показывает количество обращений в общественные организации, в Казахстане этот вопрос стоит довольно остро. Стоит только вспомнить недавний случай в Актобе с избиением школьницы одноклассницами. И такие случаи, к сожалению, нередки, говорят эксперты. Сам по себе кибербуллинг, он выливается либо в травлю ребенка, либо там шантаж, если это, допустим, взрослый, либо шантаж родителей, либо, ну, самый крайний случай, когда
доводят до самоубийства, скажем так. Ежемесячно на сайт Общественного фонда интернет-ассоциации поступает от 100 до 200 жалоб. Из них почти 40% относятся к кибербуллингу. Можете, да, показать обычно, какие жалобы, с какими жалобами обращаются? Да, конечно. Вот для примера, видите, здесь жалуются просто на контент пользователь. Здесь вот, например, жалуется тетенька, потому что она пишет, что на фото несовершеннолетняя моя племянница. Психологи призывают родителей быть бдительными и следить за тем, с кем общается ваш ребенок в соцсетях. Если дети маленькие, то обязательно поставить защиту. Также одним из решений может стать повсеместное открытие различных кружков и секций. Ответственность в первую очередь и самая большая лежит на родителях. Дети должны быть в поле зрения родителей, особенно в подростковом возрасте, кризисный период 12-13 лет. И дети должны в сложной ситуации в первую очередь прийти к родителям. Тема кибербуллинга стала как никогда актуальной в связи с всеобщим карантином, когда все общение между людьми ушло в сеть. Напомним, в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять закон по защите граждан и детей от интернет-травли. Глава государства отметил, что пришло время принять законодательные меры в этом вопросе. Татьяна Ким, Мурат Айжанов, телеканал «Алматы». В Алматы разоблачена группа, занимавшаяся кражами автозеркал. В ходе спецоперации полицейским удалось задержать 34-летнего мужчину. Он был неоднократно судим за имущественные преступления. Установлено, что молодой человек снимал зеркала с дорогих авто и сбывал их в одной из торговых точек по продаже запчастей в Кар-Сити. Скупщика краденого вычислили по горячим следам. Стражи порядка установили причастность криминального дуэта к 6 аналогичным преступлениям. В основном они похищали комплектующие элитных внедорожников. Оба подозреваемых взяты под стражу. Действия фигурантов квалифицированы по статьям кража и скупка краденого. Там работает отец по имени Раван, предложил мне купить у него зеркала. Я купил ему эти зеркала. Вот за это меня задержали. По информации пресс-службы городского департамента полиции, с начала года количество краж зеркал в мегаполисе снизилось более чем в 2 раза. Стражами порядка задержано 17 автоворов, а также более 40 скупщиков привлечено к уголовной ответственности. Их признали виновными по 161 факту приобретения и сбыта краденого имущества. Без скоростного интернета и качественной мобильной связи вынуждены жить годами владельцы домов элитного коттеджного городка в микрорайоне Каргайлы в Алматы. Из-за чего, сетуют жители, их дети не могут получить качественное онлайн-образование. Неоднократные обращения в телекоммуникационную компанию результатов якобы не принесли. В проблемном городке побывала и оценила ситуацию Айдана Нураш. В коттеджном городке микрорайона Карагайло всегда был плохой интернет и происходили сбои с мобильной связью. Но с началом учебного года в условиях пандемии, когда школьники вынуждены обучаться онлайн, эта проблема стала еще актуальнее. Одна из жителей ЖК Жанна Алданиязова ежедневно помогает своим детям с домашним заданием. Но отправить или получить необходимые файлы порой практически невозможно из-за низкой скорости интернета, жалуется она. Обучение очень стало проблематично. Мы пытались покупать несколько Wi-Fi роутеров, но они из-за того, что периодически ловят, это тоже очень тяжело, не загружается вся информация. Городок сдали в эксплуатацию 2 года назад. С тех пор качественного интернета как не было, так и нет, сетуют жители. Не ловит связь, плохая какая-то, непонятная связь. Все вот это Altel, Beeline, KSL, все. Представители приходили и где-то в конце июля месяца этого года, что обещали подключить интернет, Казахтелеком, все, телевидение. И до сегодняшнего дня вот эту проблему не решили. Пис паламбарш. У меня 5 детей. Чтобы они могли онлайн обучаться, я отправляю их к родственникам домой. Но нельзя же так постоянно детей мучить. Живем в таком хорошем вроде районе, 21 век, но смешно, что с интернетом проблемы. Тревога – это наш... Я не знаю, как это объявить, как это вот услышать, как это довести до верхов, что нельзя такое положение доводить до таких крайних состояний. В этом городке проживает 29 семей. В каждой из них есть дети, школьники и студенты. Чтобы получить образование в режиме онлайн, они вынуждены бегать с гаджетами по всему дому, чтобы хоть на минуту уловить сигнал интернета, а иногда даже поднимаются на гору и учатся прямо там.
Для того, чтобы узнать причину плохой работы сети, мы обратились в телекоммуникационную компанию. Там сообщили, что при строительстве городка застройщики не отправляли запрос для проведения интернета. Предоставление услуг телекоммуникации в данном коттеджном городке у нас нет технической возможности предоставления проводных услуг. В связи с тем, что на стадии строительства данного комплекса застройщик у нас не запросил технические условия. И в связи с этим данный коттеджный комплекс не включен в планы развития в 2020 и 2021 году. Но при этом дополнительно мы абонентам предлагаем беспроводные услуги, которые у нас существуют на сети. В компании предлагают установить радиомост, либо базовую станцию, которая хотя бы улучшит мобильную связь. Но решать этот немалобюджетный вопрос, скорее всего, жильцам придется самим, поскольку этот сектор частный. Айдана Нураш, Мирами Сабеков, телеканал Алматы. В Алматы аким Наурызбайского района Алматы пересел в компактный прозрачный кабинет на первом этаже. Проект «Адалды қаланы» инициировало антикоррупционное агентство. Это одна из важных практических мер по реализации пятой институциональной реформы президента. Таким образом, планируется создать транспарентное и подотчетное руководство. Поможет ли переезд акима района решить проблемы населения и какова практическая польза от данного проекта, расскажет Айсара Бесенова. Акимат Наурызбайского района Алматы полностью переоборудовали. Появилось внутреннее пространство с переходом на современный открытый формат. Теперь любой желающий может со стороны наблюдать, что аким и другие государственные служащие делают на рабочих местах. Кроме того, за счет переезда и отказа от просторных кабинетов существенно оптимизированы занимаемые площади. Если граждане захотят встретиться с главой района, им теперь нужно только нажать кнопку на специальном устройстве и ждать очереди. Приемная акима отныне работает по принципу центров обслуживания населения. Нету преград, можно зайти, записавшись на прием, соответственно, взяв талон и выслушать, вы будете выслушаны акимом района. Мне кажется, это революционно, и мне кажется, данный опыт должен быть ретранслирован в другие акиматы не только Алматы, но и в целом всей страны. Согласно принципам открытости и доступности, в стране запущено 206 сервисных акиматов, около 2000 уголков самообслуживания и более 1800 open space и фронт-офисов. Айсара Бесенова, Жанар Ганикоза, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы. В Алматы стартовал недельный онлайн-забег. Несмотря на действующие ограничения из-за пандемии, в Алматы Алматы-марафон и корпоративный фонд «Смелость быть первым» организовали марафон. Каждый зарегистрированный участник WIC-42.2 должен преодолеть дистанцию 42 километра и 195 метров. При этом пробежать нужное расстояние можно в любом удобном месте, но необходимо загрузить результаты своих забегов, время и скриншот с трекера на сайт. По окончанию марафона организаторы определят 6 победителей. 3 мужчины и 3 женщины получат медали и подарки от спонсоров. Но мы хотели бы нашим участникам, кто пробежит эту дистанцию, вручить финишные медали. Они уже заказаны, и мы обязательно их вручим, когда уже закончится эта неделя, и люди начнут выгружать свои результаты. Для того, чтобы бегать без таких вот массовых стартов, нужна мотивация, нужна такая заряженность на результат своя. Вот. Я, конечно, придерживаюсь, соблюдая все правила. Например, бегаю только вот не более там 3 человек. В основном мы бегаем с мужем или с подругой. Снежный барс в Алтынай Меле. Уникальными кадрами ирбиса, впервые замеченного на территории национального парка, поделился министр экологии, геологии и природных ресурсов Макзум Мирзагалиев. Глава ведомства выложил эксклюзивные фото и видео на странице в Твиттер. Отмечается, что весной этого года снежный барс был также замечен на территории Сайрам-Угамского национального парка страны. Популяция дикой кошки катастрофически мала. На сегодня их численность во всем мире достигает не более 4000. В Казахстане обитают порядка 130 особей. На 13 охраняемых зонах республики установлено около 300 фотоловушек. Следует отметить, что снежный барс занесен в Красную книгу редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. В Алматы и по всей республике продолжает действовать карантин. В этой связи рекомендуется носить маску и соблюдать социальную дистанцию. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и берегите себя.